С учетом дефицита бюджета 2014 года, большой переходящей кредиторской задолженности, принято решение губернатором Ижевской области о том, что социальные проекты и программы по АИПам, они будут приостанавливаться с тех муниципальных образований, где идет значительное отставание по платежам за энергоресурсы. Значит, зарплата будет выплачиваться, а все остальное будете перед своими представительными органами отчитываться, почему у вас эти объекты остановлены.